Вот квартира, в которой мы живем в Китае, это Аделин-шкаф. Буквы мы учим с ней. Здесь миллион-миллион наклеек на холодильнике. Это коридор, уличная дверь, вот идем в коридор. Много поделок всяких. Мы рисуем, лепим, вырезаем, красим. Опять буквы. Да, санузел типичный азиатский, без ванны, вот только душ. Кухня маленькая, но как бы все необходимое в ней. Наша спальня. Шкаф все деревянное. Это вот планы на жизнь. Аделин стол. Поделки разные, Аделин стол. Приукрасили стены, чтобы не были белые. Так немножко повеселее. Мультиварка. Вот опять буковки. Балкон. Здесь обычно, когда тепло, мы рисуем. И мы вообще как бы находимся большую часть времени. Сушилка, стиральная машинка. А Адель поет. Ну и, наверное, девиз, заветные слова. Вот сейчас увидите. Вот здесь мы живем уже второй год.